Друзья, всем привет! Сегодня мы решили приготовить очень интересное блюдо — казан-кебаб с курицей. Для этого нам необходимо 1,5 кг картофеля, 6 окорочков, 4 луковицы. Ну, 3 мы используем для самого блюда, и 1 луковицу мы используем для украшения. Подсолнечное масло, зира, перец черный молотый и соль. Лук режем на полукольца. Ставим казан на огонь. Наливаем масло. В это блюдо нам понадобится, ну, грамм 600-650 масла. Наливаем. Вот где-то вот так вот. Ну все, у нас масло накалилось. Теперь добавляем картошку. Предварительно мы картошку обсушили бумажными полотенцами. Теперь опускаем масло. Будем обжаривать до золотистой корочки. Двумя партиями будем обжаривать. Посмотри уже, какая красота. Как подрумянилась. О, вот это красотища. Жарко тебе, да? Ну, сейчас, потерпи. Еле помогает мне готовить картошечку. Да, корочка уже появилась. Молодец, дочка. Молодец, умница. Настоящая хозяйка. Ну вот, картошечка уже подзапеклась. Ой, как красивая. Все, масло нам лишнее не нужно. Сливаем. И в мисочку. Постой, зай, сейчас, минуточку. Красота. Как пахнет. За сколько секунд она поджарилась? За минутки за 4, наверное, за 3,5. Вот. Подсаливаем, добавляем черный молотый перец, добавляем зиру, растираем между ладонями. Перемешиваем. Оба. Вот такая красота получилась. Вторая порция у нас уже подрумянилась. Нужно вытаскивать. Достаем. Маслице сливаем ненужное. И пойдем солить и перчить. Мы первую порцию взяли и поперчили красным острым молотым перцем. Ошиблись чуть-чуть. Ну ладно. Взяли сейчас черный перчик.
черным перчиком чуть-чуть. И также зиры добавим чуть-чуть. Вот столько хватит. Также разотрем в ладонях. Так вот. И посыпем. Но перемешать я не буду, потом то перемешаем. Теперь добавляем окорочка. Очень вкусного. Будем жарить двумя порциями по три окорочка. Окорочок очень будет вкусный с картошечкой. Да, очень будет вкусный. Но я больше люблю курицу так. Молодец. Когда я буду есть картошку, а ты будешь курочку. Ну, обжариваем. Первая порция, вторая порция. И окорочок. Молодец, зайка. Ну вот наши окорочка поджарились. Лишнее масло мы убираем и выкладываем на поднос. Пауза. Добавляем вторую партию. Эля, смотри, пожалуйста, аккуратно. Брызги летят. Ну все, вторая порция окорочков готова. Выкладываем на подносик. Вот такая красота. Фотографируешь такую красоту. Маслица сливаем из казана. И следом пошел лук. Это сейчас остынет. Мы выльем. Сейчас будем загружать лук. Добавляем лук. И обжариваем до золотистого цвета. Лучок так разравниваем по казану. И следующий добавляем курочку. Укладываем курочку. Вот так вот. Вот так вот. Добавляем картошечку сверху. Красиво? И укладываем окорочка. Вот такую красоту. Вот. Еще подсолим. Поперчим.
добавим зиры. Также в ладошках разотрем и добавим в блюдо. Все. Наливаем 2 кружечки водички. Ну где-то грамм, наверное, 250, может быть, 300. Наверное, 1,5 кружечки, больше не буду, 2 не буду наливать. Закрываем крышечку. И на 40 минут. А Елечка тут с Муркой играется. Ей, конечно, это дело не очень нравится. Но Эля думает, что ей нравится. Мурка. Мурочка. Мяу, мяу. Я хочу. Все, давай в Бургер Кинг. Отдыхать, отпусти меня. Давай в Бургер Кинг. Отпусти ее, пускай она в картошку бежит. Нет. Отпусти. Нет. Пожалуйста. Я побежала. Эля. Чего ты, зай? Дым. Дым, я не вор, скажи. Господи. Ну все, наше блюдо готово, мы так думаем. Картошечка прям как в масло. Наши окорочка. Все готово. Так, начинаем накладывать. И картошечку. И лучка. Лучок. Лучок карамелизовался. Это как? Ну, в карамель превратился. А запах, Элечка. Какой запах, боже мой. Вот это да, вот это вкуснятина. Вот твой лучок, как ты хотела. О, вот это красота! Вот это блюдо, зайка, это супер блюдо вообще. Просто это супер блюдо. Сейчас. Ну как? Да фотографировать. Красиво? Угу. Пойдем. Ну что, пойдем дегустировать. Кушать. Вот Элечка будет дегустировать сейчас наше блюдо. Называется казан кебаб с курицей. Давай, дорогая. Чуть-чуть она остыла, картошечка, и курочка уже остыла чуть-чуть. Вот. Вкусно, дорогая. Ну хорошо. А сейчас картошечку. Курочку, а не картошечку. А, да. Не спеши, не спеши. Тебе все понравилось? Очень вкусное блюдо. Маме понравится. Да, маме сейчас принесем очень вкусняшку эту. Очень вкусно. Ну что, порежь. Всем, кому понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита. Пока. Будьте здоровы.